Люксом SBI поддерживает кластеризацию для большого количества геообъектов. Причем кластеризация происходит на сервере Luxem SBI без передачи на клиент всех геообъектов. Вы можете ограничить выборку геообъектов через произвольное определение области на карте. Эта выборка может быть использована в качестве фильтра при отображении данных на дашбордах. В Luxem SBI доступна поддержка нескольких слоев геообъектов. Кроме геообъектов, многослойность поддерживают и картограммы. Вы можете выбрать для отображения как один слой, так и несколько.